Здравствуйте все, приветствую вас на канале Just Play, и мы продолжаем прохождение игры Wolfenstein The New Order. Так, и нам надо, по-моему, остановить зенитки, которые стреляют по нашим цивильникам. Так, да, далеко это, не очень, но надо не пропустить еще и секретики. Так. Какое-то письмо. Так, письма. Так, адресат Генрих Шварц. 13-я дивизия Тоттенкопф. Понятно. Так. Дар эс Салам. Танганьика. 5-8-46 года. Так, дорогой Генрих. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Я сижу на крыльце у входа в госпиталь, куда меня вели на лечение. Одна симпатичная медсестричка выкатила меня на свежий воздух, чтобы я мог тебе написать. Говорит она из Мюнхена, волонтерша. Тут у нас в Дар-эс-Саламе близит полдник. С моря дует прохладный ветерок, и он приносит с собой запах рыбы и гниющих водорослей. А еще этот невыносимый запах горящих трупов. Вид отсюда открывается просто восхитительный. Я нахожу Африку во многих отношениях чудесным местом. Здесь дышится свободно, в воздухе витает дух приключения, если угодно. Жаль, тебя здесь нет, и ты не можешь это ощутить, Генрих. Так. Впрочем, здесь я видел такое, о чем предпочел бы забыть. Помнишь? Я как-то сказал тебе, что никогда не пожалею о том, что решил бросить учебу и пойти в армию. Если говорить начистую, в моей жизни были моменты полнейшего отчаяния, когда я проклинал себя за это решение. Я до сих пор раздумываю, правильно ли я тогда поступил. Но если бы я остался в университете, разве не казалось бы мне сейчас мое существование ровно таким же бесцельным? Кстати, как там Эльза? Ты с ней разговаривал? Ты видел ее? Быть может, на кампусе, на улице или на берегу реки, где мы любили рыбачить. Наверное, мне не стоит тебя об этом спрашивать, но когда на пустыню опускается ночь, я думаю о ней. И эти мысли меня утешают. Тяжело сносить такую жестокость. Некоторые ребята не выдерживают. Они считают, что нам ничего здесь делать. И я понимаю, почему они так говорят. Особенно тех из них, что помоложе. Им страшно, понимаешь? Они боятся партизан, этих дикарей. Так, месяц назад мы пересекали пустыню. Я пилотировал Вальфентанг. Нас было четверо в экипаже. Я, Хаусвольф, Гюнтер и Келлерман. Ты видел эти танки? Их собирают в мастерской самого генерала Штрасса. Они работают на атомных реакторах. И на их самое современное оружие. Взвод вольфентанков может в мгновение ока сравнять с землей целую деревню. Но есть то, против чего эти машины войны бессильны. То, чего в пустыне всегда в избытке. Песок. Так, мы оказались не готовы. Где-то на подходе к границе с Танганьикой на нас налетела песчаная буря. Через считанные минуты песок был уже везде. Он забивался в двигатели через щели в корпусах. И танки глохли один за другим. Мы были вынуждены остановиться. Пришлось разбить на этом месте лагерь. Нас в отделении было 20 человек. Мы по очереди держали караул. Так. Посреди ночи меня разбудили душераздирающий крик. Я выбежал из палатки. В лагере творилось какое-то безумие. Мои бойцы бегали по кругу, точно курицы, которым отрезали голову. А темнокожие люди, эти дикари в кожаных повязках, с размалеванными красной краской лицами, с глазами, сверкавшими в темноте, эти дикари сновали по лагерю и резали наших. Я видел, как вспороли брюхо Гюнтеру. Он пытался зажать рану, но кишки проскальзывали у него между пальцев.
Так, один из дикарей выпрыгнул передо мной из темноты и пронул меня ножом в живот. Я успел выхватить пистолет и застрелить его. Я вытащил нож и пополз прочь из лагеря, а когда смог, встал и побежал, преследуемый по пятам ужасными криками. Потом мне рассказали, что дикари убили не всех. Несколько человек они взяли в плен, чтобы пытать. А мертвых подвесили за ноги, выпотрошили, отрезали им половые органы и запихнули им в глотки. Так что теперь ты понимаешь, почему многие из нас пали духом, и, пожалуй, трудно ребят в этом винить. Я, однако, не поддамся этой слабости, как бы сильно не было сильное искушение. Я буду отставить свои убеждения и идеалы нашего вождя. Наша раса сильнее, и мир должен принадлежать нам. Я надеюсь, ты по-прежнему веришь в это так же сильно, как и я. Твой друг Оскар Вайс Мюллер, 72-я Вольфентанковая дивизия. П.С. Если встретишь Эльзу, передай ей, что я люблю ее, как прежде. П.С. Да, письмо одного нацика своему другу нацику, понятно. Да, конечно, дикари с ними жестко поступили, но фашисты того заслуживают. Ну, может, прям не совсем такого, но то, что они делали, более делали здесь, в альтернативной реальности, думаю, точно заслуживают так. Так, стоп, у меня же там задание убивать из укрытия. Готов. Все. Так, у меня началось его выполнение. Где у меня тут было вот это? Еще с выстрелом в голову 21 из 40. Так, уничтожить из пистолета, используя укрытие. Уничтожить из автомата, основной режим, использовать укрытие. Понятно, что-то я, походу, их не использовал, не знаю. Так, сначала пойдем так, здесь пулемет тыся, снимать можно. Я так как-то внимание не обращал на это. Хотя на кой мне надо? Попробуем немного стелсом, попробуем повоевать. Так, где-то тут что-то тайное. Ага. Ну, ничего не спрячете, уроды. Расчистить путь. Так, мой путь перерожден разбитым самолетом. Нужно как-то убрать его с дороги, чтобы перебраться на ту сторону. Может, одна из пушек пригодится. Ай, огонь. Так, это получается, туда мы пока не проходим. Ну ладно. Да, точно, идем сюда. Так. Подождите, а где мой метательный нож? Куда я его дел? Я тут просто до этого парней убивал немного. Вот он. И что, я не смогу его взять? Ну, если я потрачу патроны на этот автомат, и не на этот.
Ну вот же ж нож. Да. Остался я без метательного ножа. Это печально, хочу сказать. Ну, ладно. Тогда что? Там задание на бесшумное убийство с пистолета. Так. Так, ты что творишь, а? Так, вы чё, шакал? Меня там переть решили? Это зря. Так, а ну-ка, я смогу кого-нибудь из их сбить? Не попал. Попал. Да вряд ли я попаду по кому-то. Давайте последняя попытка сейчас будет где-то. О, кстати, вроде бы вбил, че нет. Ладно, побегу. Идем дальше. Да ёб, не хочу я заладить. Нет, нет, нет. Вот это нет ножа. Прям разорвало. Так, вроде бы есть никого. Да, секретик и дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди, парень. Так, еще фрагмент кода. Так, здесь, я так понимаю, не пройду, да? Да, так, ну ладно, идем к пацану. Спасибо, братан, что нас спас. Bear boys, this is all turned from a goose hunt to a stick-up job. And behind us now is a center pillar of the German army. What are you doing, you puppet master? Private gate, sirs. Report for duty. Well, crazy and dedicated. Welcome to the war. Take over, private. Now, General Death's Head is nearer to us now than he's been in years. Some nasty wounds you've got there, Private. Be sure to mind that bleed. We eliminate the general, we cut the head off the crowd war machine. We don't, they're gonna have us for breakfast. You all right there, kid? Sir, my eyes are watering, and I think I'm gonna be sick. Is this normal? It's just nerves. Let me teach you a trick. Inhale. Count to four. Exhale. Count to four. All there is to it. Well, having our ass tanned by some Nazi mutant fucking Frankenstein. So we ready then, lads? This time, we get the job done. Now let's go. Let's move it on. Go. Are you lazy, a wee roaster? This is a war, not a fucking Sunday church walk. Come on. Father and son. Right. Captain Blazkowicz, Gates, Benson, your job is simple. Climb up this wall, get inside, locate the control room for this big fucking door and open it for us. You see any Nazi firearms, you take them. Bound to be better than ours. The rest of us will cover you from down here. Now, once the door's open, we get inside, we work our way up through the building, we meet up again on the top floors. Find Death's Head, and we shoot him in the head.
Так. Вот. Что-то тут тормоза небольшие. Нацики, куда бежите? Лежать, коты. О, братюню убили. Падали, это ты сделал? Лежать, крысюк. Твою мать. Ладно, идем. Ой. Вернулись вроде бы. Я тебя постреляю, тварь. Так, ты падла. Блин, еще одного нашего, ну сволочи. Сейчас я приду за вами. Не спасти уже. Твари, вы мне за все ответите. Нацикал всех перебью. Так. Тут карты у меня нет. Поэтому буду ее искать. Это. Блин, а чё тело и ног не видно так? Тут какая-то лестница или еще что-то. Так, открываем вход для наших. Так, тихонечко, тихонечко. Вот так, паскуда. Собачка прилегла отдохнуть. Блин, ну это было не бесшумное убийство, мягко говоря. Так, собачка тоже отдыхает. И офицер приляг. Обнаружим сигнал. Какой сигнал? Мы хаваем собачий корм, чтобы лечиться. Понятно. Можно хавать все, что хочешь. Так, офицера я убил, у меня тогда появились метки. Всяких штучек, которые нам надо собрать. Ой, чуть не попалились. Ну-ка. Хэдшот, мразь. Блин, ничего себе, не переключаю так. Так, это вроде бы босс, босс еще не. Блин, далеко парень. Так, подождите, я не все нашел там.
Да, стелс мне опять не удался. Ну ладно, что поделать. Ах ты, тварь паскудная. Тупая псина. Ну, тварь. Да, хотел без шума и пыли сработать, получилось как всегда. Ну да ладно. Справимся со всеми и так. Не, решето, мразь. Так. Если туда пойду... Блин, с чем вниз все же сначала стоит? Старый коридор. Зарисовочка у нас. Оп. Здесь какие-то туннели непонятные. Так, ладно, мне нужно... Не закрыто. Мне нужно тайнички искать. Ну вот и карта. Да, так, теперь мы хоть знаем, что и как куда идти. Так, могу залезть сюда, нет? Нет. Да как мне туда попасть? Так, нужно спрыгивать сюда, а тут оказывается. Да. Ага, вот я пропустил ход мейдин. Ни хрена. Да, ну замок такой атмосферный. Прикольно сделан. Ух, твари. Ух ты, твой. Раздавишь ее. Ну, собачью что-то он не хотел зарезать сразу. Блин, вот я потерял свой метательный нож. А, о, да. Мы нашли тайный какой-то проходик. Я потерял метательный нож, и теперь что-то я их больше не нахожу. Неужели мне его больше не будет? Да не, не может быть такого, я думаю, где-то найду, я думаю. О, меч. Меч-то хорошо. Да, здоровье мне надо еще до 200 каким-то образом увеличить. Так, это наверх. Но мы пока по тайминку. А, сигнал это походу, когда рядом этот офицер, я так понимаю. Меня там ждут походу. Офицерчик. Хоть сюда. Хватит базарить. Да, потыкали на него. Так. Еще код Энигмы. Так. Так, стараемся не палиться. Что за круги тут наворачиваешь, родной? Опа, опа, вон, ничура еще идет. Ну че, да, что-то стал-то. Назад пошел. Молодец.
Задрал мой сосед с этим ремонтом. Извините за шум, но он меня уже очень достал. Так, где-то здесь еще один офицерчик ловит. Да, у нас есть быстрая регенерация. Это хорошо. Так, где же их офицер здесь? Он, парень ходит. Нема парня больше. Так, это отсюда подъем. А вот офицерчик, а он собачка. Разведка уровень 2. Так, надеюсь, собачка нас не заметит. Собачка. Тихо. Я вообще животных и собак не люблю. Ну, вообще животных. А ну это мразь. Таких мразей не люблю. Порезал бы их пачками. Блюдки. Немцы чубы. Что ж собачек не сделали? Гляньте. Бедное животное. Так, здесь секреты никому не походу. Все. Ох ты ж гнида. Так, кушаем. Жрём всё, что видим. Вдруг последний раз. Да, да, вид, конечно, классный. Так, подождите, ребята. Что такое? Не нравится вам, да, пальба двух стволов? Ладно, возьмем один, чтобы быть прицельно. Один бери. Лежать, нацики, лежать. Куда вы побежали? И тех можно даже стрелять. Ладно, мы только патроны так будем тратить, их там, скорее всего, будет бесконечно так. Да соседка, да что угомонился. Так, наших там окружили, надо идти помогать. Всем-то лежать. Опа. Там они что-то здоровое поволокли, по-моему. Так, стоп, я пробежал секрет. Где он? И чё я его все пробегаю? А, вот все. Секретов нет, нет. Идем дальше. Так, берем пулемет. Уроды. Thank you.
А, блин, идите сюда. Лежать, скоты. Все. Бери. Да ладно. За ними вижу нацистов. Руку попадаст. Правда, ты ничего в голову не попал. Well, the Nazis sort of bombing them at the moment, so it's a bit of a problem. Edward, Blondie, you're up! Так, ну давай, прыгай уже. Так, моя очередь. Come on, Blaskowitz! Давайте, готовы, ребята? Хоп! А ну нет, вали, давайте, держите, ничего не... Опа-па-па, твою мать. What a fucking circus. My feet are broken. What is this place? Твою мать, где мы? О-о-о, на меня не рыбает. Что они делают с людьми? Твою мать! Паскудные мрази, особенно этот генерал и череп. Тварь, я хочу его уже давить. Удавить собственными руками. Так, найди ключ. О, сразу нашел. Так, быстрее, давайте. А, тьфу. Я его должен. Давай, братиня, быстрей. Быстрее, кто ты отсюда. Так, ух, все живы. Твою мать. Отпусти парня, гнида. Твою мать. Да что я делаю, твою мать? Да, паскуда.
тварь, на. Ай-яй-яй. Твою мать, он двоих убил наших. Они, этот жив. А этот... Гляньте, он раздавил мне череп. Господи. Твари. Кто-то идет. Сейчас вы меня доходитесь. Ах ты тварь. Блять, бронебойное стекло. Воу-воу-воу-воу, ты чё делаешь? Гнида. Паскуда, сраная. Тварь. Тварь, гнида. Так, мы погибли, ну? Нет, мы все еще живы. Но мы в плену. Тварь, я б тебя выпотрошил. Зашил бы еще раз, выпотрошил, мразь. Что ты делаешь, падаль? Гнида немецкая, фашист конченый. Что ты, тварь, делаешь? I have inadequate room for samples. Should you decline my opinion, I should have to put a scalpel to both of them and we'd be here all day. I'll make matters simple. All you need to do is look to the one. Гнида, я думал, выбрать, кого убьют. Ах ты падаль, ах ты мразь. У меня сейчас убьют двоих, если я не выберу. Блин. Так, просто это мой друг, он был со мной сейчас с самолета. You will save me, won't you, sir? I know you can do it. Sir! Тварь, мразь, гнида. General, that's it. Today he's teaching me a lesson. I've seen suffering and death, people maimed and tortured. Thought I'd seen it all, but I'd never seen true cruelty until now. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. Тварь. Сволочь, мразь. Вот этот выбор, который, говорят, меняет почти всю игру.
Так, давайте быстрее, 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 быстрее. Да он завалит и нашего второго. На, гнида. Все. Твою мать. Давай, снимай наручники. Сосед еще падает. Давай, подожди, я сейчас реально больше не могу это обыскивать, да? Давай, давай. Так, там рвануло. Ой-ой-ой, полоснуло нас по голове. Wciąż nie znamy jego tożsamości? Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć odłamki. Tylko pogorszyłbym jego stan. Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznicę. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu twoja córka ma tajemniczą moc. Ja twoja córka, ja tam się już niewiele nie napracowałem. Tato! Паскуды, что ж вы делаете, мрази? Вкрутце это все сейчас скончи. Составите сейчас при окне, в свете. Strange sensation. Trapped in my body. Not blackout. I'm losing time. Sometimes the seasons change in the blink of an eye. I'm having trouble with my thoughts. They dissipate like a scent on the wind. But it's getting better. Here's what I know. I'm in Poland. Hospital? No. A
insane asylum. She's the head nurse. That's her father, Shrink, and her mother, some type of pharmacist. They run the place, I reckon. Sometimes Christmas, sometimes birthdays, and sometimes Nazis come. They leave with patients in shackles, like it's Death's Head's personal candy store. And the Shrink raises hell and all, but in the end, he signs. No choice, I suppose. And I've seen all this. Good folks made powerless. I'm alive because of these people. I'm getting better. Because of her. Her name is Anya. She takes good care of me. She takes care of everyone. She holds this place together. We're supposed to be married by now, but hasn't happened. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Na, kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Ах, мой мрак, ты что тут делаешь? Гниль конченая. Твою мать. Мразюка. Ах, ты ж мразь. На, то. Подыхай, гнили. Так, о, нам хреновит. Так, и вот сейчас настали 60-е годы. До этого был 46-й год. Как-то немного там попутал. Так. Ребят, ну что, будем на этом заканчивать. По времени пора завершать уже серию. В следующей продолжим, но я продолжу прямо сейчас, потому что я хочу порвать этих подонков. Что ж они скоты делают? Так, ну, это уже в следующей серии. А сейчас всем удачи, всем пока.